Риск жизни есть всегда. То они доверяют свою жизнь партнеру. Ведь в руки партнеру в прямом смысле он отдает свою жизнь. Мне 12 лет. Я занимаюсь цирком уже 2 года. Мне 11 лет. Я в цирке занимаюсь уже 3 года. Бывает такое, что, допустим, репетировали номер, потом страховочный пояс сняли, потом опять репетируем номер и понимаешь, что ты без страховки будешь работать. Когда Вика держит меня на носках, у нее начинают соскальзывать носки, и она кричит: не поднимайте кольцо там, или спустите. Они вниз, вниз, вниз. У нас Вика любит так кричать. Я больше всего не люблю элемент, когда я дышу в петле. Чувствую. Самый любимый элемент – это шпагатик вверх ногами висишь. Это самый легкий элемент. Говорили о дельфийских играх и начали шутить, что вот представь себе, что мы там попадем на дельфийские игры, потом и начали говорить, да ну это нереально, там мы не сможем. Ну, у нас все получилось. Настолько сильные. У нас дети, те, которые, вот он упал, почесал, смахнул и пошел дальше.